На участие в международном конкурсе «Магаданский хрусталь» поступило более 20 заявок. Это уже 15-е состязание на лучшую ледяную скульптуру. Всего две номинации – мастер и юный скульптор. В первой будут участвовать 11 команд, во второй – 3. Тема в этом году – северный сувенир. Жюри уже посмотрели эскизы. География участников очень широкая. Это Санкт-Петербург, Московская область, Карелия, Хабаровск, Благовещенск, наши соседи из Якутии. Ну, по детским командам «Юный скульптор» в этом году очень, конечно, обидно, что наши магаданские юные скульпторы не заявились. Хотя еще есть время, мы там продлили чуть-чуть время заявок. Но, тем не менее, вот будет 3 команды, 2 из них из Хабаровска, 1 из Якутска. Как показывает опыт, что ребята из Якутска достаточно очень показывают высокий уровень, несмотря на то, что они еще юные скульпторы. Да? Но и Хабаровск, мы ожидаем, что работы, судя по эскизам, будут уже такие, ну, достаточно профессиональные. В номинации «Мастер» представлена 1 магаданская команда. Цель конкурса – популяризация этого вида искусства, а также расширение культурных связей с другими регионами и даже странами. Состязание начнется в середине декабря и продлится 5 дней.